Тучка, тучка, запятая, вышла рожица смешная, ручки, ножки, огуречек, появился человечек. Что увидят эти точки, что построят эти ручки, далеко ли эти ножки уведут его? Как он будет жить на свете, мы за это не в ответе, мы его нарисовали только и всего. Что вы, это важно, чтобы вырос он отважно, чтобы мог найти дорогу, рассчитать язык. Это трудно, это сложно, но иначе невозможно, только так из человечка выйдет человек. Впрочем, знают даже дети, как стрелку начертить, а потом идти придется через горы и овраги, так что прежде человечек выучись ходить. Как чудесно, что однажды получается то, что раньше не умел, но тут сейчас же в дороге обозначается недостигнутый предел, и опять идешь, пока не одолеешь и конца. Зато будет час, настанет время, и однажды ты ступенешь то, что не умеет еще никто. Точка, точка, запятая, два кружочка вместо глаз. Точка, точка, запятая, это кто-нибудь из вас. В добрый путь дорога требует отваги и мечта. Ты поднимешься на горы и пройдешь через овраги, только прежде научись ходить. Точка, точка, запятая, точка, точка, запятая, точка.